Всем привет, с вами снова Nim42, и мы с вами продолжаем проходить Dead Space. Черт! Айзек, я уже здесь чувствую отравленный воздух. Эта дрянь распространяется быстрее, чем я ожидала. Я пытаюсь ее изолировать, но много времени мы не выиграем. Нужно уничтожить эту штуку. Все реактивы найдешь в химической лаборатории. Иди туда, я взломаю замки. Как скажешь, тетя, только мне что-то не очень хорошо слышно сейчас. Голос, пускай будет так. Я, как всегда, все забыл. Хотя я, в принципе, не так уж и давно играл. О, вот это у Изика уже глюки пошли. Прекрасно. Так, магазин. Я не помню, когда я в последний раз в него заходил. Есть ли мне смысл что-то тут? Ага. Ага. А у меня случаев нет никаких? Нет, понятно. Я только-только скупился, все ясно, окей. Тогда смело идем вперед. Фу. Управление я опять забыл. Ты не в силах помешать Божьему промыслу. Естественный порядок. Ты так же слеп, как и все. Что тут произошло, пока меня не было? Похоже, кто-то сменил код замков на палубе, причем недавно. Думаю, мы тут не одни. Кто-то очень не хочет пускать тебя в эту часть корабля. Хм. Ну, я против. Сейчас мы все исправим. Сколько у меня хп? Не очень много. Ой, ой. Не люблю я такие места. Упади, пожалуйста. Спасибо. Ой, там... Как будто специально они по очереди выскакивают из-за угла, да? Сейчас вас упало. Ну, так, хорошо. Ну почему тут должно быть так темно, а? Стазис, у меня в принципе есть стазис. Блин. Я это вижу. Вон там на стене. Так, ну-ка, one sec. Давайте теперь думать, что с ней делать, я не знаю. Сначала сюда зайдем. Хм, теперь открыт ящик, который был закрыт. Хорошо, больше тут ничего нет. Я не помню, как бороться с этой штукой. Кажется, ее надо то ли сжигать, то ли отрубать исключительно конечности из определенного места. Что-то я как-то не очень помню. Главное, чтобы сейчас никто лишний. Ой, что делаю? Не вылез. Ты что творишь? Фу, какая пакость. Что ты делаешь? Оно умерло? Или нет? Да, умерло. О, кажется, ему не нравится. Это хорошо. Значит, я что-то делаю правильно. Ой-ой-ой. Вот этого не надо, пожалуйста. Блин, нет, спокойно. Кажется, эта пушка явно не для таких созданий. Перекаты и регенерация. Ой, блин, у меня патронов уже нет. Ну все. У-у-у, два патрона. Умри, блин. А, у меня еще патроны есть? Да, смотрите, еще пять. Пожалуйста, умри.
умерла. А, отлично. Ой, тихо. Фух. Я уже думал, мне конец. Реально хорошо, что патроны есть. Были. Так, я туда не зайду никогда. Хорошо. Поехали наверх. Или мне... Да, мне наверх, все нормально. Едем наверх. Уж ничего нет. Вообще ничего. Плохо. Очень плохо. И тут даже 4 патрона только. Еще аптечка есть у тебя? Да. Выпей, пожалуйста. Ой, то... Зачем так делать? Нет. Ой, замечательно. Ну, давай. Тихо. Почему я слышал кого-то еще? Тут есть кто-то еще? Будешь без ноги, если что. О, патроны. Стой! Ты рядом с химлабораторией. Когда найдешь все реактивы, тебе понадобятся образцы ДНК инопланетных клеток. Я посмотрю, где они могут быть. Ты повсюду под ноги посмотри. Только что одного убили. Как-то это не очень логично, ну ладно. Если ты у нас спец, пускай будет так. Chemical Research Lab. Давай. Патронов нет вообще. Вообще. Личный дневник, доктор Кэлус Мерсер. Теперь у меня есть объект для изучения. И я могу доказать свою теорию клеточной регенерации. Зафиксировать пациента было проблемой, но теперь он вполне спокоен. Он доверяет мне, доктор Кейн. Он доверил мне свою... Да, слышно, как он доверил. Он является частью замысла, понимает, что я делаю. Лоб пациента обработан, нанесены необходимые метки. Сейчас я собираюсь сделать надрез, чтобы внедрить клетки образца в... Да, весело у них было. Не надо выпрыгивать, пожалуйста. Не на... А, тут закрыто, хорошо. Замечательно. Вау. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как мне это не нравится. Сначала надо все открыть. Я уже знаю, что сейчас будет. Это очевидно, даже если кто-то не играл в игру. Теперь надо все перезарядить. Потом надо взять... А, тут еще даже лежит. Силовой резак. Потом надо взять бонус. А, это узел. Окей. И только теперь нажимать кнопку. Обработка запроса. Пожалуйста, ждите. Теперь валим отсюда нафиг. Синтез антигена завершен. Пожалуйста, заберите капсулу. Твоя жизнь достойна восхищения, но твои потуги напрасны. Хотя, может, люди как вид... Не так безнадежно. Неужели лишь я один узрел это? Узрел, что мы все давно мертвы, но не хотим в этом сознаться. Прекрати свой бег, свою борьбу. Наше будущее, твое будущее, будущее нашей расы, оно заканчивается здесь. Позволь мне познакомить тебя с детьми человечества, детьми, которые заменят нас. Не надо. Я же просил не надо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Насколько я помню, он бессмертный. Дверь закрыта.
Закройте, пожалуйста, дверь. Дверь. Упс. Ты не сможешь убить это, Айзек. Оно постоянно регенерирует. Убирайся оттуда, беги! О, ну спасибо, наконец-то. Нет. Я вообще туда бегу. Да. Валим. Кто-нибудь есть? Повторяю, Айзек, отзовись. Воу. Где, черт побери, тебя носит? Я добрался до всех гидропоники. Паршивые дела. Очень плохо. Почти не могу дышать. Это органическая дрянь тут повсюду. У меня глаза счет. Черт, ничего не вижу. Теперь найди ткани с образцами ДНК. Согласно лабораторным записям, они хранились в отделении интенсивной терапии. Доктор Мерсер, похоже, очень активно их исследовал. Я все еще пытаюсь связаться с Хэммондом, но не могу пробиться через помехи. Айзек, ты должен поторопиться. Тетя, ты понимаешь, в какой я ситуации? Вообще. Ну, ладно. Изик все сделает. Все сделает. На самом деле уровень сложности пока не особо чувствуется в этой серии, но я думаю, это просто из-за того, что меня особо никто и не бил. Клиника. Там обычно много трупов. Опять ты. Твое упрямство меня поражает. Держать за каждый вздох, ты ползешь вперед. Ты пытаешься удержать то, что было твоим миром. Но теперь он принадлежит детям. Найди радость в осознании того, что твоя смерть даст им жизнь. Послушай. Слышишь? Оно уже близко. Молись. Интересно, почему эта хрень его не убивает? Ну офигеть. Откройте дверь, пожалуйста. Откройте дверь. А, ух, открыто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, не нравится мне это. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Все плохо, все очень плохо. Хватит в меня плеваться. Нет. Воу. Мне вообще куда? Куда? Супер. Надо заменить эту фигню. Замечательно. Как? Думай, где может быть запасная? Где запасная? Ой, уйди, пожалуйста. Запасная. Блин, я не вижу запасной. Отойди от меня. Воу. Не-не-не-не-не-не-не. Ой, кажется, это плохая идея. Зря я сюда зашел. Очень зря. Нет, выпусти меня, пожалуйста. Зачем вы мою тушу покрутили-то еще? Окей. Надо что-то придумать. Давайте для начала хотя бы вытащим нерабочий энергоблок. Ты что творишь? Вытаскивайся. Блин, наркоман, что ли? Ты что творишь? Да ну вы смеетесь. Ну, офигеть. Ой. На. Замечательно. Нет, пропусти меня, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой. А реально, слушайте, где он?
Что происходит? Что мне делать-то? Он не вытаскивается и не втыкивается. Что мне делать? Блин. Все плохо. Надо их всех спалить. Попробовать хотя бы. Да хватит меня плеваться. Гори. Гори. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Плохая идея. Что у меня еще есть? Так, тихо. Ой-ой-ой. Нет, уйди. Вот ты, умри. Блин, оно не умерло. Довольно неудобное управление, однако. Упс. Нет, не надо меня кидаться. О, у меня еще есть патроны, это ж надо. Правда, я боюсь, они меня не спасут. Ой-ой-ой. Так, а вот теперь я пустой, офигеть. А что делать? Имеет ли это вообще смысл? Нет! Уйди. Патроны! Патроны. Возьми, пожалуйста, патроны. Давай, Изик, давай. Сопротивляйся. Хоть я и не понимаю, что делать, надо сопротивляться. Умри, скотина! Нет! Моя нога. Что вы сделали с моей ногой? У меня начинается проблема. Слушайте, действительно, в чем прикол? Почему эта штука, почему энергоблок нельзя ни достать, ни вставить назад? Что-то тут не так. Я сомневаюсь, что нужно убить всех мобов. Ну, вряд ли. Вряд ли это нужно сделать. Что я могу сделать в таком случае? Странно. Ну вот смотрите, вообще никак. Уйди, пожалуйста, от меня. Уйди, нет. Да вы смеетесь. Что с ним не так? Офигеть. Нет, пожалуйста. Ой-ой. Почему он еще так быстро ходит? Патрон. Нет, уйди. Не понял, где он. Тихо. Ой-ой-ой. Не надо. Блин, у меня только немед остался. Но это капец просто. Я очень не хочу думать, что это какой-то баг. Пожалуйста. Блин, и кажется, они бесконечные. Все плохо. Надо что-то придумать.
Я никуда не убегу. Я ничего не могу сделать. Тут есть кислород, но я сомневаюсь, что тут... Да, тут нельзя, как во втором Dead Space, открывать шлюзы, чтобы все улетели. Блин, я тупо бегаю по кругу. Чё же мне делать? Чё же делать? Ой-ой-ой. Ой, отвали! Ну что, я опять труп, да? Ой, ой, ой. Ой, что ты творишь? Замечательная смерть. Ой. Честно, ладно, я застрял. Я не знаю, баг это или нет, но как бы в подозрении того, что это баг, я, пожалуй, все-таки... Что-то банка упала. Закончу на этом эту серию и разберусь, в чем прикол. Вот, как только разберусь, продолжим дальше. Вот, так что я надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами был Ним42, и до встречи в следующих сериях. Пока-пока!